Члены семей военнослужащих, а именно жители Алмазного, Арлаха, Светлого, Чернышевского, Сюльдюкара и Тасюряха получат льготный проезд между поселениями района. Бесплатный проезд предоставят 4 раза в год на 8 поездок. Этот вопрос обсудили на сессии районного совета депутатов. Социальные выплаты и в целом направление – это одно из направлений бюджета. Была достаточно продолжительная работа по рассмотрению всех составляющих, комплектующих этих бюджета на комиссиях. На сессии обсудили и приняли бюджет на 2023 год. Больше 4 миллиардов рублей, это 65% от бюджета, выделят на образование. 371 миллион рублей выделят на нужды поселений. На ЖКХ 315, на сферу культуры 247. Часть средств пойдет на асфальтирование дороги от моста через реку Малая Бутообуя до Мирного. Работы планируют завершить в ближайшие 3 года. В концепции вот утвержденного мастер-плана у нас планируются проектно-изыскательские работы на новую детскую школу искусств в городе Мирном, проектирование спортивного зала, продолжится строительство пристроя к школе номер 1, будут завершаться работы, вводиться в эксплуатацию спортивный стадион в городе Удачном и жилой дом для работников образования.